Мастерство владения экстремальными трюками любитель велотриала Олег Данилов вынужден оттачивать лишь в определенные часы, когда на единственной подходящей для этого площадке в городском парке почти нет людей. Заниматься любимым спортом в специальном скейт-парке, не рискуя здоровьем окружающих, эту мечту активный юноша и его друзья решили, не откладывая, начать воплощать в жизнь. С нетерпением ждем строительства данной площадки, потому что поколение все больше и больше развивается, растет, и желающих кататься только увеличивается. Движение общественной поддержки «Мы – Мытищи», которое стартовало в городе в марте, пришлось как нельзя кстати. Со своей инициативой представители мытищинской молодежи обратились к лидерам движения. Долго ждать ответа не пришлось. Лидеры движения с удовольствием поддержали идею. Бывают такие инициативы, которые поддерживают очень-очень много людей. То есть это уже, по сути, понятно, что она будет победителем. Всего за 2 месяца голосование на сайте мымытищи.ру инициатива набрала несколько тысяч голосов. Поддерживали семьями, подключали друзей и знакомых. Важность организации молодежного досуга понимают и дети, и взрослые. Я узнал, что в Мытищинском парке собираются строить скейт-парк. Я зашел на сайт «Мымытищи» и проголосовал. Ну, я сам спортсмен, чтобы молодежь развивалась. Все должны заниматься спортом. Да, очень интересно, мне нравятся на самом деле вот экстремальные виды спорта, вот, мне очень нравится, хотя сам футболист, но также занимаюсь, ну, катаюсь. Чтобы поддержать инициативу, зарегистрировался на сайте «Мы Мытищи» и проголосовал за нее. Проконтролировать, как реализуется первый в Мытищах проект социально значимой инициативы, вместе с его инициаторами и городскими активистами приехал Вячеслав Фомичев. Согласно планам, мытищинский скейт-парк станет одним из самых больших и современных в регионе. Кроме того, он будет оснащен самыми востребованными у спортсменов фигурами для выполнения трюков. Общая площадь скейт-парка 1200 метров квадратных. На скейт-парке будет размещена как и зона для начинающих спортсменов, так и участки для профессиональных спортсменов. Для свободного катания, либо для выполнения сложных трюков. Вячеслав Фомичев остался доволен проектом. Признается, что и сам голосовал за эту инициативу. Еще один положительный момент. Площадка для экстрима будет привычно находиться в городском парке, но в отдалении. А значит, шум от скейтов не будет беспокоить горожан. Наше молодое поколение не только катается на велосипедах, не только бегает. Им нужны и другие спортивные дисциплины. И многие из них смотрит, как спорт развивается в Европе, в мире. И вот скейт-парк нужен обязательно именно для ребят заточенных, молодых, которые хотят поймать драйв. С ребятами прошел, посмотрел. Они на самом деле все счастливы. Счастливы, что их мечты воплощаются. Я думаю, это продвинет, как и сам скейтбординг в нашей стране, потому что на данный момент в нашей стране он не продвигается. Я сам, как участник этого движения, поддерживаю, потому что в Мытищах сейчас нет места, где можно спокойно покататься. Ты разучиваешь всякие трюки, можешь этим похвастаться перед друзьями, например. Скейтпарк – это очень прикольная штука, на нем можно кататься. Хоть, ну, классно, да. Интересно будет. Хоть там бегать просто, хоть на самокатах, на велосипедах, можно съезжать с разных горок, прыгать, оттачивать трюки. Строительство скейт-парка в Мытищах начнется в ближайшее время. Сейчас завершаются проектные работы, просчитывается точная смета, устанавливаются сроки. С 2020 года скейтбординг признан олимпийским видом спорта. И в России, где огромное количество ребят занимается этим видом спорта, сложилась парадоксальная ситуация, когда у нас фактически один спортсмен, Максим Круглов, может на высоком уровне выступать на Олимпийских играх. И для нашей страны, наверное, такая ситуация недопустима. Развитие скейтбординга в России, оно идет очень динамично. И на сегодняшний день, по статистике, у нас более 1,5 миллиона человек в России занимаются этим видом спорта. И строительство скейт-парка в Мытищах, оно крайне важно по нескольким причинам. Во-первых, конечно, это дать ребятам возможность выплеснуть свою энергию именно в спорте, а не где-то на улицах. Молодежи нужен экстрим. Это хорошо. И пусть этот экстрим будет действительно сертифицированный, нормально подготовленный, контролируемый. Ждут Центральный парк и другие перемены. На его территории вовсю идут работы по благоустройству. С этой инициативы к Вячеславу Фомичеву также обращались жители. Вот, а обязательно других
муниципальных образованиях. Вот как пример, будем вас продвигать. Огромное количество людей не имеет вот того, что мы видим сейчас. Участники движения не сомневаются, что задуманное непременно будет реализовано в очередности, определенной итогами голосования жителей на сайте движения общественной поддержки mymytisha.ru. А помогут в продвижении инициатив лидеры движения Вячеслав Фомичев, Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын. Алсу Калимульна, Константин Химичев, Первый Мытищинский.